День добрый, господа! Сегодня у нас продолжается самоходная неделя и Тортоис во главе этого видео. Ну, что могу сказать, у нас в обзорах были как хорошие, так и отличные в некоторых параметрах самоходки, но сегодняшний гость вызывал скорее совершенно противоположные эмоции. Я не знаю, за какие заслуги эта машина получила боевой рейтинг 6,7, наверное, по блату, потому что я не понимаю, я просто реально не понимал в течение всего видео, почему этот самоходный аппарат должен сражаться с теми противниками, которые у него в основном появляются. Хотя дело не только в том, что его в худшем случае закидывает на боевой рейтинг 7,7 к абсолютно послевоенным машинам. Тут вообще-то проблемы складываются даже на своем родном боевом рейтинге, если плюс-минус он остается на месте. И вот здесь в сравнении, опять же, все познается в сравнении с другими самоходными установками, сходу создалось ощущение, что черепаха та еще шляпа. Поясню очень простым языком. У нас есть, казалось бы, да, достаточно хорошая в плане мобильности техника, как ни странно. Тортоис, да, он неплохо разгоняется, но самое забавное то, что он отлично сдает задом, что лично для меня было открытием. И он очень хорошо разворачивается на месте. Запомнили? Ну вот, в общем-то, и все его плюсы. Больше никаких плюсов эта машина в себе не несет, и скорее даже наоборот минусы. Тогда как же так получилось, что эта машина попала на боевой рейтинг 6,7? Возможно, это лишь теория, разработчики поставили ее на боевой рейтинг 6,7 очень-очень давно, когда она только появилась в игре, и забыли про ее существование. И некому пожаловаться, некому сказать, бретоноводов-то мало, вот особенно на черепахах катаются, наверное, 2,5 человека, и, следовательно, и услышать-то некого. И вот сейчас я делаю видео, возможно, после этого разработчики поменяют ей боевой рейтинг. Но ладно, с этим потом. Что же конкретно у нее не так с остальными параметрами? Мы уже знаем, что как для самоходки у нее в принципе неплохая подвижность, но самое главное хороший задний ход, а это важно. А вот броня явно не лучшая на своем боевом рейтинге по сравнению с коллегами. Да, где-то хуже, где-то лучше, вот если вот рассматривать, да, где-то там 150-170 мм, спасают углы наклона, несомненно, они позволяют ей все-таки танковать, но далеко не все снаряды, как это было с Т-28, или же даже если вспомнить Фердинанд с БР-6,3. Самая защищенная это, разумеется, маска и та броня, которая находится возле маски. Но если выстрелить камерным снарядом с высоким бронепробитием левее, то можно пробить рубку. Например, это может сделать какой-нибудь Т-34 или же даже Т-29. Им хватает возможностей в этом плане. Но опять же, все зависит от угла, в каком расположении будете вы, в каком будет черепаха. Пушка, конечно, огорчила. Мало того, что не самая лучшая перезарядка в 8,6 секунды, так она еще и стреляет исключительно сплошными снарядами. Единственный плюс, казалось бы, это бронепробитие под 240 мм, но мы-то все знаем, что есть с таким же бронепробитием снаряды у немцев, но каморные. Поэтому на БР-6,7 по понятным причинам это явно не лучший вариант. Тогда за что любить эту самоходку? В плане пушки, в плане снарядов. Это практически худшая самоходка на БР-6,7. Есть потрясающие машины, как, знаете, Хари Продакшн. Есть отличная самоходка Т-28. В конце концов, спускаемся на 6,3 и получаем отличный, но правда только для реалистичных боев, Фердинанд. И по пушке у него перезарядка 7 с лишним секунды, и снаряды у него камерные, бронепробитие выше. В общем, здесь во всех отношениях этот самоходный аппарат хуже. Как я считаю, но это мое субъективное мнение, без вариантов нужно понижать боевой рейтинг. Нынешний БР для черепахи просто неадекватен. Ну ладно, давайте все-таки рассмотрим, как она воюет, какие у нее сложности и вообще какие челленджи она себе местами ставит, чтобы, ну, порадовать временами своего хозяина-мазохиста. Как обычно, обвесив самоходку кустами, начинается охота. Как ни странно, но за счет маневренности в городских боях она очень быстро выезжает из-за угла, поворачивает в нужном направлении и делает выстрел. Здесь ее можно, в принципе, даже похвалить. Но если противник по какой-то причине уже заранее сидит в какой-то позиции, ну, разумеется, без вариантов любая самоходка сольется, потому что отсутствие башни очень сильно решает в городских боях. Это, наверное, уже все прекрасно знают.
Именно поэтому на самоходках очень выгодно самому сидеть и смотреть в каком-то направлении, никуда особо не рыпаться. Хотя некоторые самоходки, как например Ти-28, может позволить себе, выезжая из-за угла, просто выдавливать противника, потому что в отличие от черепахи, броня там куда серьезней. Но мало того, что черепаху не наградили лучшей броней на своем боевом рейтинге, так еще подарили просто царскую командирскую башенку. Видите справа такую ерундовину, которая крутится, у нее якобы есть пулеметы. В нее, кстати, тоже можно отправить снаряд. Не скажу, что ее сразу заваншотит, но повреждения экипаж получит, поверьте. Конечно, если вы не любите сидеть на попе ровно на одном месте, значит нужно использовать такую коварную тактику, как... приманка из союзников. Едете за каким-то союзником, пристроились, он за вас фактически там разведывает местность. Как только его чпокнули, все, это сигнал, выезжаете и делаете размен. То есть противник выстрелил, потратил снаряд на вашего союзничка, вы выезжаете и уничтожаете его в ответ. Очень такая простая тактика, коварная, знаю, но по-другому не выжить просто на этой черепахе. Заметьте, сколько мобильных танков вокруг гоняет, страшно, страшно подпускать их в борт, нужно развернуться, но тут уж даже черепахе не хватает возможности, чтобы сделать это оперативно. Благо, против меня какой-то странный... Ага, вот так вот, видите, как бывает. Ну ладно, повезло, повезло на этот раз, что вот такой интересный итальянец. Качайте итальянцев, как видите, они нагибают. Ну так вот, продолжаем. Сейчас я подниму более глобальный вопрос, который касается не только черепахи, я имею в виду карты. Дело в том, что иногда кидает на фульды, вы уже видели в начале обзора эту карту, очень дико бесит на таких вот машинах, на самоходках краса. Красться по 15 минут до места столкновения. Это ужасно, ребята. Особенно, когда, знаете, респаун внизу находится. Нужно же еще до замка доехать. И вы в эту легкую горку на небольших скоростях чихпыхаете и ждете, когда уже противник сам вас уже найдет. Потому что уже сил нет. Убейте меня, пожалуйста. Едешь и мечтаешь, чтобы тебя бахнули. Вот настолько интересно играть на фульдах. Вот где же этот фильтр карт, который мог бы позволить хотя бы одну нелюбимую карту выключить. Понимаете, это особенно актуально, когда у вас определенный тип техники. Ну не хочется на самоходках играть на фульде, вот честно. Но есть панацея, все время играть и получается в аркаде, потому что там карты меньше, столкновение гораздо быстрее, плюс еще сама техника, она ускорена на 50%. Она на 50% быстрее едет, динамика быстрее, там и развороты, маневренность. То есть, в принципе, да, такие самоходки, особенно как черепаха, я бы, наверное, посоветовал выкачивать в аркаде, потому что там уровень раздражения минимальный. Но идеальным решением было бы все же дождаться, пока разработчики наконец-то обратят внимание на бедную несчастную черепаху. Будем надеяться, что это произойдет. А вообще, про британцев нужно много чего рассказать. Там интересная история, но это уже будет в следующий раз. В общем, друзья, подписываемся на канал, ставим палец вверх и не забываем пользоваться ссылочкой в описании под видео. На этом все, друзья. Всем пока.